Вот так, с этими голосованиями. Немножко пропустили, но сразу же переключаемся и смотрим. Эш Малой играют, это 1/4, 2. Первую мы посмотрели уже, Хрон против Павла. Ну что, оба россиянина, как я понимаю. Пинги... Нет, кстати, Малой не россиянин. Флага такого я, увы, не знаю. Играют они на немецком сервере. Нет. На Швеции. И пинги 53 на 67. Молдаванин. Пишут в чатике. Может быть. Так, ну ладно. Наблюдаем сейчас за Эшем. Карта ЗТН. И... Ух ты, как Эш не увидел. Вот, вот это очень большой минус маленького Фова. Я вот, допустим, увидел модельку Малого. А Эш, видимо, нет. Не так быстро среагировал, как мог бы. Но зато... С маленьким Повом все-таки стрелять, наверное, попроще. Хотя кому как. Ой, хорош. Быстро среагировал Эш. Увидел, что не пошел на рокет-лаунчер Малой. И быстренько его подрейлил на прыжке на красный. Так, желтый один лежит, который на плазме. За ним почему-то никто не идет. Хотя Малому бы он сейчас пришелся очень кстати. Как раз он оттуда пришел, но какой же у него стек сейчас? 112 на 40. Ничего ему не светит на этом красном. Так, и снова. Все подобрано вместо, кроме этого желтого. Где Малой тем временем? Ох, ну зачем он сюда пришел, непонятно. Забрал рокет и очень сильно, кстати, наполучал от Эша. И отдает второй фраг. Эш без проблем забирает красный. Желтый, кстати, сейчас тоже есть возможность поднять. Не допустил он к нему Малого. И правильно, нечего такие делать подарки. Пока я отвлекался, еще несколько фрагов Малой отдал. И очень, кстати, зря. На затаяние тоже можно очень хорошо отыгрывать от плюсбека. Красный лежит, Эш его контролирует. И, конечно же, он будет за ним. Так, сейчас, кстати, Эш еще может успеть на этот желтый, на котором... Нет, кстати, не было Малого. Давайте посмотрим, где он сейчас и на что он вообще рассчитывает. Увидел Эша, немножко отошел, но все-таки понял, что Эш ушел дальше на рокет-лаунчер. Вышел. Ух ты, Эш-то вернулся и очень большое количество стека снял. Вот сейчас... Что это было, я не знаю, но очень хорошо подловил Малой сейчас Эша. Эш думал, что Малой будет убегать на джемпад, а тем временем Малой просто вышел с рокет-лаунчером и замечательно принял Эша. Двумя или даже три, по-моему, в лицо попал. Ну, в общем, все хорошо сложилось для Малого. Счет он тоже открыл. Сейчас не такой большой стек, но... Слава богу, не успел Эш выстрелить еще один рейл. Если бы попал, то Малой бы его не пережил. И второй фраг за ним. Выходит он на красный? Нет, не выходит. А вот зря. Да-да, идет. И вполне возможно, что это, наверное, первый красный за Малым. Нет, второй. Сразу же его Эш, конечно, сбивает. И красный сразу потерян. Вот знаете, я до сих пор под впечатлением от этого подлова, от Малого. То есть вот, ну, не часто сейчас увидишь так, что когда ты с лоу хп вот так убегаешь, то ты и убегаешь. А Малой просто остановился и просто по красоте принял Эша. Unkind? Unkind style пишет. Так, сейчас, кстати, все лежит. Мега лежит, красный лежит, но Эш не даст просто так Малому забрать этот красный. Нет, ничего он здесь не предпринял.
еще немножко шардов. Ну, неплохой стек, в принципе, у малого. У Эша сейчас, конечно, побольше из-за миги. Но вот еще один желтый. Эш, в свою очередь, тоже забрал противоположный желтый. А вот сейчас, кстати, малый... Да, хочет он Эша подловить как-то, но в то же время вот так... Немножко косо полетела ракета, хотя могла залетать ровно. И красный за Эшем, который дает ему очень большое преимущество. И вы посмотрите, Эш перестрелял малого и еще остался со 160. Ладно, вру, он только что подобрал мегу. Но Эш был живее всех живых до этого рокет-лаунчера. Все равно, снова очередной фраг для Эша. Ой, ну сейчас, конечно, не понимаю, зачем малые ловят такую чушь. Эти гранаты, они просто гипнотизируют и залетают в тебя сами. Самонаводящиеся. Ух ты, сейчас, кстати, хорошо, снова малой распаковывает Эша, но он сразу же находит аптечки, забирает красный. Еще один желтый тоже в любом случае будет... Ух ты, вот это он, наверное, не ожидал так упасть, но все равно. А им Эша не подводит, попадает он рейлган, что, в принципе, спасает ему жизнь, наверное. Еще одна очередная нехорошая встреча для малого. Хотя, как сказать, стек у Эша тоже достаточно небольшой, и сейчас прямая ракета убила бы его. И снова очередную чушь малой ловит. Ну нет, это плохая тенденция, конечно, такие гранаты ловить. Ну что, это все-таки Эш. Поэтому малому, конечно, не сладко приходится. Эш что-то покрутился, повертелся, но все-таки дождался желтого. Да, все-таки АИМ у Эша на высоте. 58 рейлган. Ну, 39 шафт, ну как бы да. Так, небольшое затишье. Перед бурей? Или так все спокойно и продолжится? Вот, встретил Эш малого, и снова перестрелка на шафтах. У Эша закончился шафт, что ли? Вот это да, вот это непруха. Но, в принципе, я не думаю, что сильно переживать по этому поводу будет Эш, потому что очень хорошее преимущество. Он уже успел накопить себя, и какие-то полторы минуты, я думаю, он без проблем продержится на состоянии. Ой, как мажет малой, еще и ловит такие прямые ракеты. Ну, здесь не знаю, что ему светит. Кстати, интересно, малой, с кем он играл первую игру? Надо будет посмотреть по сетке, очень интересно, кого же он одолел. Еще одна граната залетает в малого. Просто директ гранаты. Ну это ж, блин, серьезно. С таким не поспоришь. И снова Эш ждет просто малого на прыжке. А, кстати, услышал, что он спрыгнул на шафт. Ну и здесь, скорее всего, должен умирать малой, да. Хотя все равно очень большое количество стека сбрил Эшу. Ну и что-то мне подсказывает, что сейчас снова наловится малой. Одну прямую гранату он же поймал. И даже успеет в телепорт уйти Эш. И неужели даже с 13 хитпоинтами пробегает оставшиеся 10 секунд. Да, GG пишет малой. И на этом все.